Ну что, друзья, я предлагаю вам попробовать построить бизнес, который принесет нам $1 000 000. Вот прямо сейчас мы его попытаемся построить. Этому было посвящено мое второе выступление на тренинге в Нижнем Новгороде. Надо сказать, что тренинг был посвящен долгосрочному инвестированию через социально-накопительные программы зарубежные. И там на самом деле тем, кто... Ну, поможет людям оформить такие социально-накопительные программы. Компания выплачивает комиссионы. Размер этих комиссионных там, ну, от $100 и выше, поэтому специфика была именно такая. И я записал это свое выступление, но не с самого начала, поэтому суть я сейчас повторю немножечко сначала. Итак, здравствуйте, друзья. Значит, давайте рассмотрим бизнес. Это касается любого бизнеса, в принципе, но будет немножечко конкретика с небольшим уклоном на тот бизнес, о котором я говорил. Смотрите, у нас есть... какой-то хороший продукт, который мы предлагаем людям. Мы точно знаем, что этот продукт очень хороший, надежный, и мы знаем, что он принесет пользу. Мы в этом абсолютно уверены, и мы предлагаем людям сделать выбор, то есть приобрести этот продукт. И после того, как мы оформляем документы, после того, как человек принимает решение приобрести этот продукт, мы получим и приобретет, мы получим вознаграждение от компании в размере там в районе, ну скажем, $100. Наша цель – заработать миллион. Все очень просто. Смотрите, для того, чтобы заработать $1 000 000, то надо сделать 10 тысяч вот таких оформлений, 10 тысяч продаж, грубо говоря, если считать каждое оформление продажем, хотя мы ничего фактически не продаем, мы для этого ничего не покупаем, поэтому бизнес очень хороший. Здесь нет складов, нет аренды помещений, нет транспортных услуг, естественно, нет расходов на производство, нет расходов на персонал, вроде бы. То есть мы просто берем, оформляем программы. Сколько мы можем оформить программ? Столько, сколько захотим. Соответственно, для того, чтобы получить $1 000 000, надо оформить 10 тысяч программ. Почему я говорю про $1 000 000? Потому что, когда мы строим бизнес, мы должны поставить какую-то совершенно умопомрачительную цель, в данном случае $1 000 000, и мы должны понять, какие же средства для этого подойдут, а какие точно не подойдут. Для того, чтобы понимать, чем мы должны заниматься с вами и как строить этот бизнес с самого начала. Потому что бизнес, который точно совершенно не принесет нам $1 000 000, ну, в общем-то, наверное, и не стоит делать. Ну, почему? А что я имею в виду? Ну, например, значит, если вы занимаетесь, там, скажем, ремонтом телевизоров, то, в общем, сказать, и сами их ремонтируете самостоятельно, то ваши доходы зависят от того, сколько телевизоров вы отремонтируете за день, а это уже, в общем, сказать, ну, как бы ограниченный ресурс, ваше время. А мы будем строить тот бизнес, который будет приносить доходов много, а работать за эти доходы надо все меньше и меньше. Такие бизнесы существуют, и для того, чтобы создать такой бизнес, надо использовать интернет. Я в этом абсолютно убежден. И об этом я говорил. Вот как использовать, в общем-то, социальные сети через, ну, для продвижения любого бизнеса через интернет. Этому было посвящено мое выступление. Итак, смотрите, нам нужно просто сделать 10 тысяч продаж. Для этого нужно, чтобы у нас стояла очередь из клиентов в районе 10 тысяч человек. Мы просто берем и оформляем целыми днями людей, и если мы наберем, я посчитал, там человека 3-4 помощников на нам, то есть вся наша семья будет оформлять, то, в общем, сказать, $1 000 000 мы сможем заработать, $1 000 000 всего лишь за год. Почему еще $1 000 000? Потому что если $1 000 000 положить на, скажем, ну, какие-то ценные бумаги под 12%, то нетрудно посчитать, что в месяц это будет $10 000. То есть $1 000 000 под 12% – это $10 000 в месяц, на которые, ну, вполне можно как-то просуществовать. Согласитесь, да? То есть небольшая добавочка к пенсии в $10 000 в месяц. Поэтому вот такая цель.
Итак, смотрите, мы хотим заработать 10 тысяч долларов. Ну, а дальше реальность. А дальше реальность, смотрите. Для того, чтобы продать, нам надо найти клиентов. А сколько же клиентов у нас в запасе? Ну, любая сетевая компания, а там была именно сетевая компания, говорит, что составьте список своих знакомых людей и, значит, начинайте их обзванивать. Я говорю, реально в вашем списке будет человек, ну, 100. Ну, так сказать, ну, будем говорить так, 200, да? Для круглого счета 100 человек. И я дальше сказал, что в реальности, из этих 100 человек вы проведете 100 бесед о продаже, так называемых, каждая из которых будет похожа одна на другую, 100, но при этом, значит, будет всего где-то от 2 до 5 продаж, так показывает опыт. Вот, что такое 2-5 продажи из 100 бесед, это значит, что 100 бесед конвертируется в 2 или в 5 продаж. То есть 2 или 5% из 100 бесед заканчивается положительным решением, заканчивается сделкой. То есть конверсия, это называется, 100 в 2-5 продаж, конверсия 2-5% или 0,02-0,05 – это коэффициент конверсии. Вот о чем я говорил. Вот сейчас вы видите, смотрите, 100 человек, значит, сколько программ? Конверсия из 100 к 2, это будет, значит, 0,02-0,05 коэффициент конверсии, вот он, К. То есть, смотрите, 100 умножить на 0 на К, получаем количество продаж. И получается, что у нас уже две цифры, получается, да, которые у нас есть. Это количество людей в списке потенциальных клиентов и коэффициент конверсии. Смотрите, чем выше коэффициент конверсии, который очень важен, архиважен, тем больше денег мы получим. Причем, ну, как бы от коэффициента конверсии зависит намного больше, чем от количества людей в списке. Но здесь уже можно посчитать. Для того, чтобы получить 10 тысяч продаж, то при конверсии, скажем, 0,5, мы должны как бы до 5000 человек, до 20 тысяч человек донести вот нашу информацию, и при конверсии 0,5 будет 10 тысяч продаж. Ну, а если у нас конверсия будет, там, скажем, 5%, то, соответственно, просто можно посчитать, сколько бесед нам надо провести. И как это сделать, ну, давайте решать. И вот что сказал я, и, ну, дальше уже вы будете видеть ту запись, которую я делал на этом тренинге. И эта запись, это мое выступление вызвало абсолютно неоднозначную реакцию, абсолютно неоднозначную. Она была встречена в штыки людям, которые, ну, как бы, руководили всем этим, потому что они, в общем, достаточно пожилые люди, но при этом, значит, вся молодежь, которая была, меня поддержала, из чего я делаю вывод, что я на верном пути. Поэтому напишите, пожалуйста, как вы считаете, на чьей стороне правда, на моей или на стороне старых людей, которые ориентируются в основном на пенсионеров и полностью отрицают интернет. Ну, а сейчас я хочу предоставить вам внимание. Сейчас вы увидите ту запись, которую делал я. До встречи.